пусть выздоравливает. А, это я вообще. Катюшка. Он наелся, да, он наелся костей, у него там было воспаление. Сейчас уже ему лучше. Хочется рассказать, что нельзя собакам давать кость, особенно куриные, вот эти трубные. И кошкам нельзя. И кошкам нельзя. Да. Они поцарапают и пищеводы, и желудок, и кишечник потом на выходе. Да? Ну, уже реально там кашами на бульоне кормить, если уже нет денег, понятно.